Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, мои обожаемые подписчики, рада вас приветствовать. И все те, кто еще подпишется, меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведущая. Давайте посмотрим, что хорошего, ну и всякого вообще интересного ожидает вас, что или кто в ближайшее время, да, примерно месяц. Давайте на месяц посмотрим, кто или что придет в вашу жизнь, какие будут перемены. В общем, чего ожидать и где постелить соломки. Да? Итак. Давайте сделаем вот как. Первая, вторая, третья. Декада, да, и вот здесь будет тайная карта. Итак, открываем первая декада месяца, что вам принесет, что она вам посулит. Значит, смотрите, здесь нужно быть очень внимательными и осторожными, особенно те, кто находится в треугольниках, кто ранит свое сердце. Вот смотрите, помните о вашей значимости, о вашей ресурсности обязательно, потому что через сердечные боли, проблемы, характера любовного, знаете, переживательного такого характера, столкновения с проблемами и прочее. А в эту декаду вы, кстати, почувствуете свою ресурсность, вы наберете сил, несмотря ни на что, вопреки всему. Обязательно у вас еще здесь, посмотрите, что нам показывают, у вас будет помощь извне, или от близких, или от тех людей, которых вы не знаете. У вас будут какие-то неожиданные поступления. Вы знаете, вот как раз вот в нужное время, в нужный момент по вашим потребностям вам нужно, вот необходима какая-то сумма, допустим, для большой покупки. Вот на эту большую вы уже напокупали, осталось там чуть-чуть. Вот вам будет что-то дано, вот именно по потребности, то есть ни больше, ни меньше, как-то так, да? Нужно что-то необходимое, ну, допустим, из одежды. То есть вы получите возможность как раз на часть, вот на самое необходимое. Не супер шиншеля, да, и шубы, и сапоги, и прочее. А вам необходимо что-то добротное, надежное. Вот, к примеру, да, не изыски, а вот именно то, что нужно, необходимо и важно. Ну, допустим, добротную дубленку или ту же шубу, ну, не роскошь, а именно... Для того, чтобы было красиво, модно, надежно, да, и там выдержать морозы, чтобы морозоустойчиво было. Ну, допустим, ну, к примеру, если кто к зиме. Если будете летом смотреть, значит, по потребностям смотрите, по мамку нужно будет, да, поехать куда-то на отдых. И вот так, и тут хоп, и именно та, которую вы хотели. Смотрите, здесь еще будет судьбоносный момент, какой-то интересный, его закрывают. Вот тут высшие силы вам что-то помогут и подскажут. Обязательно, да, какие-то интересные у вас моменты, тайно закрытые, вот еще пока туда вам не надо, время не пришло, все своим чередом, будет очень интересно, здесь вот что-то скрыто, но обязательно будет помощь высших сил здесь у вас. И потенциал, возможно, девочки, вы как раз-таки накопите его для того, чтобы тем, кому важно, встретить мужчину вашей мечты, потому что вы будете в ресурсе, несмотря ни на что, может быть, кто-то прошел вот сложные проблемные отношения, да, с предательствами, с уходом очень некрасивым и прочее. Как-то вы здесь восстановитесь. Прям показывают. Хорошо. У тех, у кого отношения, если вы в паре, прям, да, должна все равно ваша сила вырасти. Вот. И помните об этом, да, то, что вы значимы, не суетитесь. И... Ну, вот здесь рекомендации такие-то, не то, что вам прям специально вы делаете, как вы хотите, но слушайте, я думаю, что вам это будет информация полезна. Значит, что здесь еще будет по денежке? Посмотрим. А вот по деньгам, знаете, здесь просто показывают не то чтобы некую стабильность. Вам лучше немножко отдохнуть. Здесь будет у вас, знаете как, эмоции не надо подключать. Вот именно чисто по денежке, если вы захотите, про заработок. Нет, здесь уводят, здесь вообще показывают людей. Возможно, с кем вам будет нужно навести мосты. А вот здесь по части улучшения заработка, по части улучшения вашей деятельности профессиональной. Может быть, к шефу обратиться для того, чтобы вы не повышали, то есть не было повышения давно вашего оклада или премии, чтобы получить. Вот здесь какое-то будет
такое наведение контактов, что ли, да? Сомнений очень много по этому вопросу. Друзья, и вот еще здесь момент, опять же, счастья и везения показывает. У вас все равно будет какой-то куш, какой-то подарок. Кто-то сдержит обещание. Придут неожиданные денежки или пополнения, или вот как подарок, да? Некий подарок у вас будет. Но здесь... Вот аркан сложный, на самом деле он очень интересный. Вам нужно будет не бояться что-то менять в вашей жизни. То есть вот как раз по вашим потребностям появится, да, и у вас вы почувствуете, что все равно вы везунчик. И обстоятельства как бы ни складывались, вы все равно выходите в победителя. Ну вот так. Давайте посмотрим, что будет в любви и в отношениях еще. Ну, здесь, понимаете, показывают мужчину любящего, влюбленного, и тем не менее очень зловредного. Очень зловредного. Кто-то из вас как раз действительно вот в эту первую декаду месяца будет радоваться, будет счастлив. Найдете вы либо мужчину для жизни, встретите, повстречаете, либо же ваш партнер, который есть на данный момент у вас, будет капризничать, но все равно вы друг для друга как бы предназначены. Здесь идет мир, примирение, доброта спасет мир, да, быть добру, вот, будете счастливы, будете радоваться. То есть тут еще зависит от того, в паре вы сейчас или нет. У холостяков и девочек одиноких и свободных есть все шансы встретить, пока пусть будет капризный, но все-таки мужчину для любви, для эмоций. Вторая декада, смотрим. Здесь интересное время показывают, знаете, как вам захочется чего-то. Будет время для восстановления разрушенного, скажем так. Может быть, каких-то даже надежд на что-то. Может быть, вы что-то хотели делать, и не было возможности. Вот здесь появляется возможность либо завершить начатое, либо начать что-то новое, то, что вы хотели очень давно, ну и как-то не решались. То есть самое время будет осуществлять в жизнь ваши планы. У вас будет очень много желаний на самом деле, да? И тут сделать это. Но желательно, скорее всего, здесь выбрать что-то одно. Если есть что-то незавершенное, завершить и потом приступать к новым свершениям, да? Вот вам, пожалуйста, компаньон к вам идет. В общем, дорогие, у вас еще будет выбор из мужчин. И первая, и вторая декады показывают приход к вам и любовного, эмоционального человека, да. Также здесь может быть неплохой друг, человек, знающий себе цену, конечно, без авторитарности, что ли, здесь не обойдется. Тем не менее, вот вообще у вас будет какой-то человек еще рядом. То есть у вас, может быть, даже один будет для дружбы, для ухаживаний, другой для страстей, а еще и для любви, вот для эмоций есть, да? То есть, ну, как бы разные. Про двоих сказала, а назвала троих. Вот такое ощущение, что у вас будет выбор, девочки, это должно быть обязательно. Причем, вот здесь опять, здесь подтверждение идет, сбываются ваши мечты и планы. Те, кто вам что-то обещал, они должны будут появиться. Единственное, вот вам, знаете, как-то придется подниматься. Здесь уже нельзя выжидать. Нужно доделывать, нужно начинать новое, но не сидеть на месте. Вот вам уже в этот период времени нежелательно сидеть, наблюдать со стороны, как бы, да, на бережку. Это нежелательно делать. То есть, скорее всего, уже вы начинаете пожинать плоды того, что у вас было когда-то загадано, росточки посажены, да, и теперь уже скоро, прискоро время собирать урожай. И еще, так, что нам здесь показывают? Знаете, неплохие перспективы, в принципе, но на что обратить внимание? Ну, я же говорю, что у вас будет и трубадуры, и бандуристы, как говорится, да, и флейтисты, но музыканты всех мастей, министрели, да, здесь показаны. Три короля вышло, дорогие, три короля. Это точно. Ну, я же предсказываю некоторые моменты, как бы, да, и вот, пожалуйста, сказала, что будет еще один, ну, тут же вышел.
То есть и надежные, и медлительные, и страстные мужчины, и эмоциональные. Но они все, знаете, с подковыкой какой-то со своей. Но нет, чтобы у вас сразу было все легко и легко. То есть здесь надо как-то абстрагироваться вам, дорогие. Вот аркан выпал, посмотрите, перевернутая дорога. Возможно, вы захотите куда-то выехать, но будут проблемы, сложности, да? Либо дороги как-то закроются, либо движение, это оно будет перенесено на более поздний этап. Но какие-то уже здесь есть, показывают звоночки того, что, возможно, у вас будет человек издалека, из-за границы. Может быть, даже это другой город. Ну, то есть показана дорога, то, что вам нужно встретиться. Это один из моментов. Возможно, вы поедете отдыхать, но чуть позже, и там встретите своего суженого, ряженого, ну, одного из мужчин, которых вот тут вам показывают. Еще выпал аркан сам. Ну, смотрите, опять девятка идет, кубковая, девочки. Это счастье, это наслаждаться, здесь отдых идет. То есть у кого есть возможность, во второй декаде вам нужно отдохнуть просто, даже если вы не выезжаете никуда далеко, вот дорога будет закрыта. Вам все равно нужно сделать что-то для себя. Возможно, и встречи у вас будут какие-то романтические, да? Повстречаете либо нового, либо еще плюсом к вам придут, будут предложения ухажеров, ухаживать за вами будут, да? Предложить провести прекрасно время. Может быть, вы со своим партнером здесь как-то новое у вас что-то начнется, но... И здесь еще нам показывают даже не «но», а... Тут супер просто выход из застрявшего положения, из зависшей ситуации. То есть вот этот момент, когда все зависло, подвисло, нет выхода, нет какого-то действия. Возможно, человек молчал, будет проявлять себя, будут открываться пути, дорожки для вас в любом случае. Дорога куда-то, она большая, как бы немножечко... Подзакрыта, ну как сказать, она не закрыта окончательно. То есть движение будет, но попозже, и опять же, по сочетанию арканов, здесь очень хорошее время для начинаний, да, или вот продолжения. А дальше уже будет развитие еще лучше, и здесь как бы идет подготовка к каким-то новым моментам жизненным. То есть здесь как бы триггер случается, да, спусковой механизм, когда из застоя постепенно будет прогресс. Все, застой заканчивается, ток энергии заканчивается, идет потенциал, и, скорее всего, вы его вот набранный в первой декаде, во второй перенесете, и у вас уже здесь вообще все начнет работать. И третью декаду смотрим, перевернутый шанс на постоянность. Что это такое? О чем здесь речь? Сейчас мы с вами подсмотрим. Может говорить о том, что вам нужно движение, опять же, да, что вы застоялись, все неплохо, но нужно какое-то развитие сейчас. Удостоверимся или нет. Но смотрите, опять показывают, дороги прикрыты, но временно. Временно. Поэтому вы будете чувствовать, возможно, себя нестабильно, потому что, кстати, вот мы о чем речь-то и шла, что вам дорога нужна, вам движение нужно, нужно развитие. А нам что здесь показывают? Умненькую, благоразумненькую, хорошенькую женщину, да? Которая сидит, шьет, вяжет, вышивает. В общем-то, и котик вот у нее тут, у ее ног, прекрасно себя ощущает. Так, здесь женщина, которая себе цену знает, понимаете ли, да? Не просто так. Что еще можно сказать? Вот здесь интересный момент. Девчата, у кого-то, вот кто уже устал, про развод. Да, здесь есть вариант, но может быть не время, но вы тоже уже будете подходить, потому что вам нужны какие-то новые вехи. Вам нужно что-то... какой-то импульс почувствовать, да, для себя. Вот вам нужна какая-то мотивация, новые перемены, люди, дорога вам нужна, да, вот оно пока перекрыто, но тут все говорит о том, что вы готовы к переменам, к изменениям внутренним и внешним. Вы как-то переросли уже, кто-то отношения перерос, кто-то своих конкурентов в сфере бизнеса, да, или просто работы. Возможно, вы уже выучились чему-то, да, то есть вам не хватает, вам нужно что-то еще новое, прекрасное, яркое, сочное, позитивное, да. То есть у вас здесь какая-то идет окрыленность и тут вера в себя. Просто вы захочете, пожелаете что-то сделать быстрее.
ну, немножко по времени будет волокититься. И тем не менее, вот здесь еще показывают, что вам будет, ну кому-то будет до серьезных отношений. Ну, правильно, солнышко, видите, как еще и сглаживается. А до себя любимой. Вы себе почувствуете, к себе любовь, да, радость самой себя и в гармонии, да, с самой собой. И также будете радовать близких и тех, кто рядом. То есть здесь вот достижение гармонии немножко, значит, нужно все-таки на позитиве, да, и... Так, я хотела тут еще кое-что посмотреть, где-то мне попалось. Ага, давайте сейчас на любовь еще третью декаду проверим. На любовь и отношения, какие здесь будут изменения, или все будет по-старенькому. Девчат, вот кто-то из вас пойдет на поиски нового счастья. Однозначно. И за вами будет еще волокититься, здесь будет созависимость. Вас не будут отпускать. Или мужчина, наоборот, почувствует, что не может без вас, что вы уже повзрослели, решили выпорхнуть из его рук. Очевидно, просто плохой был, как говорится, садовник. Роза решила найти себе садовника нового. Может быть и так. Потому что вот здесь опять десятка показывает качели, да? Перевернутое, тяжело. Вы не хотите, чтобы было тяжело. Вам захочется, чтобы было красиво, прекрасно и легко. Вы будете искушаемы, ну и вы сами можете искушать. И не только того человека, о котором вы спрашиваете. Вот здесь начнется, скорее всего, с его стороны какой-то вас вот назад. Да? Остановись, куда тебя несет, скажем так. А здесь колесо судьбы вас несет, само колесо судьбы. И причем вы не захотите просто так ничего не делать. Здесь все говорит о том, что у вас очень много появится планов и желаний. И вы начнете их как так или иначе реализовывать. Может быть, не сначала у вас все пойдет ровно да гладко, да, большими темпами, большими скачками. И тем не менее, у вас здесь хорошее уже зерно заложено, уже ростки даны, и вот уже плоды урожая скоро будете собирать. И на будущее, на ближайшее совет рекомендаций. Дорогие, все равно, вот у вас есть место, куда вам можно вернуться, да? Вас где-то ждут. А куда вы не пойдете, вам везде рады. Вот здесь так показывают. Давайте сразу про любовь. Просто совет рекомендация. Девчат, будьте, вот здесь вам арканы говорят, сильные, прекрасные, красивые, не по-мужски, с бицепсами, с мускулатурой. Здесь ваша главная зона – это мозг и доброта, сердечность. То есть вы сможете справиться и с проблемами, и с разного рода ситуациями, и, в принципе, с теми, кто с вами рядом, противоположный пол, те, кто будут вас как бы домагиваться, да. Но вы как-то можете и на место поставить, с другой стороны, острые углы вы сглаживаете. Десятка пентаклевая говорит о счастье в вашем доме, о стабильности. Большой какой-то доход у вас все равно будет. Вот под потребностям, да. Но дальше еще какой-то у вас прогресс идет на будущее. И здесь вот роскошь, роскошь. Отзеркаливать нужно, если вы хотите знать, что делать с партнерами. Здесь зеркалить нужно. Как вам, так и вы. А вообще-то думайте о себе больше, потому что здесь видно, императрица, вы переросли. Сами из пажа выросли в императрицу, вырастаете, несмотря на все шлепки, да, скажем так, которые время от времени склонны получать. Ну, в принципе, все. И здесь, знаете, тут тоже ваш эгоизм показали. Вот король кубков, и он перевернутый. И вы тоже научитесь как-то любить себя. Особенно у кого треугольники, девочки. Тут уж точно. Вы тут покажете кузькину мать. Еще у вас образовываются ухажеры, причем очень интересные. Разные, да? Ну, вот мы... Если убрать того человека, о котором вы уже можете спрашивать, а те, кто одиноки и свободны, у вас шансов больше все равно, да, девчата? Но даже у девочек не свободных сейчас, занятых, те, кто уже устал от отношений, ну, тут показано, что у вас будут новые знакомства, это будет обязательно. И претенденты на вашу руку и сердце, они есть и будут. И не сказать, что это один или там уже вы не верите ни во что. Нет, кстати, ангел-хранитель здесь умеренность, еще внутренняя гармония, красота. Ну и, конечно же, высшие силы просить о помощи, дать вам ума, разума, чтобы справиться со всеми воздыхателями. Да? Ну и вообще, чтобы вам было понятнее, как вам и что вам.
да, на ближайшее время. Заручитесь поддержкой высших сил. Ну вот так, дорогие, я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Те, кто желает обратиться индивидуально, пожалуйста, читайте информацию под видео. Ну и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Ставьте лайки. Ну и извините в колокольчик, чтобы наша новая встреча не пропустить. И до новых встреч. Пока.